какой-то игре. Совершенно это гарантированно. Ну и выводит Андреа Гервасони, судивший первую встречу. Кстати, Сассуоло – это команда абсолютно не чужая для... Нарушение. Сразу вскочил. Ну, конечно, те, кто присутствует, они все-таки должны быть рады. Ты номер. Но это футболист постарше, уже состоявшийся. Андреа Поли привлекается в сборную Италии. Он новичок. Перехватил мяч Поли. Это как знать, но тем не менее... И приятное впечатление на первых минутах оставляет своей игрой вот эта группа. Непроходимый пока никем. Поли. Ворота. Милан. Кристанте позволил себя продавить. И счет у нас равный. На исходе 13-я минута. Не впечатляет. Хорошая атака может получиться у Милана. Много дней футболистов задействовано. Поли. Против Поли нарушено. И покупки. Смотрите-ка, что вытворяет 37-й номер. Почти на гол он сейчас опять наигрывает. Качу в деле перехвата, я вам доложу. Здесь, правда, перехват в такой... вернуться в семью великих